Здравствуйте, дорогие друзья! Всех приветствую! Всем хорошим людям респект и уважение, которые делают добрые дела, несмотря, невзирая ни на что. Так, я придумал сегодня новый обзор. Так, всякую хрень поподвигаем, поубираем. Придумал сегодня новый обзор. Сейчас я вам покажу, как работают игрульки на LG G4. С попеременным, там ставим режим его самолетик, с попеременно включенным режимом энергосбережения. То бишь первые 10 минут мы поиграем в одни и те же игрульки с включенной энергосбережения системой, а потом с отключенной энергосбережения системой. И посмотрим, насколько рассадятся они. Так, включаем систему энергосбережения. Сейчас я немножко приближу. Когда включаешь систему энергосбережения, очень сильно падает яркость экрана. Это вот такой минус, но тем не менее он есть. К сожалению, здесь вручную нельзя настроить систему энергосбережения. Это большой один минус, потому что на Самсунгах раньше было можно. Сейчас я вот не помню, V6, V6H можно или нет, подзабыл. Просто полностью переключился на LG G4 и на Asus. Сейчас они мне более интересны. Так, у нас что? Wi-Fi выключен. Самолетик включен, энергосбережение включено. То бишь максимум сейчас система сбережения работает на сохранение энергии. Чтобы сделать снимок экрана, нужно сделать вот так. Зажать клавишу включения-включения и вниз. Между ними нажать. Ага, вот не всегда это получается, видите. Ну все, сделал. 42% заряд батареи сейчас отображает. Нагрев 27 градусов по Цельсию. Так. Поиграем в Mortal Kombat. Если он пойдет сейчас без Wi-Fi. Если не пойдет, включим Wi-Fi. Будем тестировать то же самое все с Wi-Fi. А, ну нужно, да, Wi-Fi нужно. Сейчас Mortal Kombat проснется. То бишь мы поняли тему. Первые 10 минут мы играем со включенной энергосбережением системы и записываем, сколько за 10 минут, насколько упала батарейка. Потом отключаем систему энергосбережения, перезапускаем смартфон и играем еще 10 минут с отключенной системой энергосбережения. И посмотрим, насколько упадет за 10 минут без энергосбережения LG G4. Вот такой простой тест, который сразу сможет показать, где сильнее. Оба-на. А, ребята, здесь такой прикол на LG G4, я забыл. Mortal Kombat мы не поиграем. На LG G4 Mortal Kombat вылетает. Давайте в Dead Trigger сыграем. Посмотрите там, докуда я дошел. Какие у меня пушки. Зали пушки. И т.д. и т.п. В общем, будем с Wi-Fi тогда рубаться. По полной. У меня здесь очень странная ситуация. По идее, все открыто. Ой, это я не хочу играть. По идее, все открыто, но как-то логического конца в игре я не нашел. Очень странная петрушка. Dead Trigger 2. Как раз посмотрим, насколько он быстро запустится в энергосберегающем режиме. Во время энергосберегающего режима высвечивается красная полосочка в меню, ну не в игре. Немножко я прокачал УЗИ себе. УЗИ изначально долбит нереально классно, потому что у него большая скорострельность. Также у меня есть вот такие пушечки. Вот такая курица с патронами. Можно еще одну пушечку поставить. Устроим здесь чужие. Собственно говоря, эти пушки уже всех, конечно, завалят. А, блин, хотел курицу расстрелять. Думаю, что за тварь за мной бежит так быстро. В общем, на LG G4 идет шикарно Dead Trigger 2. Просто потрясающе идет.
с потрясающей графикой. В общем, Snapdragon 808 шикарно тянет все игрушки. Просто на ура. При этом, конечно же, меньше греется. Это огромный бонус. Хотя он тоже греется. Но греется, я же говорю, поменьше. Чем даже Snapdragon 805 и 801. Но все равно греется, ребята. Я не буду вам сказки рассказывать. Нагрев все равно есть. Сейчас я играл мало, поэтому сейчас не нагрелся еще. И нагрев задней крышки ощущается. Хотя она и кожаная, но вот здесь. И даже больше вот здесь. Вокруг камеры, вспышки инсенсора. Ощущается сильнее. Так, ладно, давайте вот так выйдем некорректно. Закрываем DeaTrigger. Переходим к Overkill. Поиграем малость в Overkill 3. Игрушка простая до ужаса, но потом начинается такая там жесть. Просто мама не горюй. Так, запускаем любую миссию. А, новые миссии открылись. Интересно, интересно. Как можно офигенно вкусно сделать коктейль с колой? Нужно из колы выпустить пузыри, выдавить большой кусочек лимона и залить колой. Попробуйте, будет шикарно. Лимон нейтрализует лишнюю сладость. За счет того, что мы выпускаем пузырики. Так. Спасибо, не надо. Ну что, не помочь, он стоит тут. А, тут я уже забыл просто как играть. Что-то вообще какая-то легкая миссия, блин. А, я же себе костюмчик новый купил. Думаю, что-то он по-другому как-то выглядит. Просто купил и давно уже не играл, наверное, месяц целый. Продолжить, продолжить. Так, давайте подложим какую-нибудь другую подложечку. Вот от... От Йоханы Бабай. Какую-то игрушку предлагают. Ну и что, как и в нее играть, не пойму. Все, запускаем. От стекла для Galaxy S6. Так еще написано, пленка стекло. Подарили нам друзья, которые торгуют. На рынке одном. Так. Слушайте, классная миссия. Классно стилизованная. Я ее раньше не видел. Вот бренд снайпер. Ой, извините, вам не было видно. Снайпер под люка. Что-то не пойму. Они там что, с друг другом воюют? Или что они делают? Они хотят уничтожить, наверное, генератор. Мне его нужно защитить. Забодал, урод, снайпер. О, есть контакт. Комбо убийства. Пятерых оттянул. Ну все или что? О, тут по волнам еще не. Ну его нафиг, короче. Не, ну вторую волну мне не кайф уже проходить, ребята. Смысл вы поняли. На LG G4 идет все шикарно, и при этом LG G4
Греется, но греется не сильно, не критично. Не как Galaxy S4 или как там Meizu MX2, Meizu MX3, Meizu MX4, которые греются, блин, как утюг, блин. В игруликах. Ну ладно, забодала игрушка, короче. Класс, игрушка, супер, все, выходим с нее. Так. Ну, не знаю что, давайте посмотрим немножко новую третью и сразу из нее выйдем, потому что идет 10-я минута записи видео, но начали мы играть где-то минуты со второй, с третьей. Поэтому сейчас еще немножко поиграем со включенной системой энергосбережения и посмотрим, насколько расходилась батарейка от 42 градусов. Самое начало, новый третий. Идет все с шикарной графикой. Да давайте без болтовни, ребята. Штурмуем по-быренькому. Игрушка офигительная, классная. Кто не играл, ребята, вам советую поиграть, даже, возможно, ее попробовать пройти. Доставит вам куча незабываемых моментов интересных. Блин, опять куда-то камера ушла. Ну, я не могу через камеру играть, смотреть. Какое-то извращение. Какая-то виртуальная реальность получается. Да кто там еще остался? Ну все, всех отминали. Идет шикарно, без тормозов, без ничего. Сейчас просто загрузка идет в следующей локации. Ну, собственно говоря, 12 минут 22 прошло. Мы сейчас, собственно говоря, на загрузке и выйдем. Так, выходим. Скидываем все, что там висит. И смотрим. С 42 упало до 35. За 10 минут на 7% упало. Это хреновенький показатель энергосбережения, потому что включен Wi-Fi. Wi-Fi сильнее разряжает LG G4, чем Galaxy S6, чем Galaxy S6 Edge. Беспроводные модули здесь напрягают почему-то сильнее смартфон. Не знаю, с чем связано. По нагреву. До 35 нагрелась. Лыжка. Сзади, в принципе, теплая. Средне теплая. Не еле теплая, средне теплая, но еще не горячая. Так, теперь отключаем систему энергосбережения, запоминаем, 35% было. Давайте сфоткаем на всякий случай, чтобы я не забыл. Отключаем систему энергосбережения. И попробуем Асфальт 8, Нова 3 и еще что-нибудь. За 10 минут... Сключенная система энергосбережения, просел он на 7%. Это результат не очень хороший. Получается, за 30 минут, за полчаса просядет на 21%. Со включенным Wi-Fi. Даже если включена система энергосбережения. Вот если отключим Wi-Fi, ребята, будет совершенно противоположный результат. Так, дурацкая трасса. Ну ладно, давайте сыграем в нее, пофигу. А сейчас мы играем с отключенной системой энергосбережения, но причем Wi-Fi также остается включенным. В общем, для тех, кто сейчас решается, что же выбрать, Asus Zenfone 2, LG G4, Galaxy S6, и постоянно меня заваливает этими вопросами, ребята, сразу вам говорю, на всех этих смартфонах трех игры идут шикарно, если вас конкретно... Интересуют игры, потому что вы ни хрена никогда точно не уточняете, что для вас важнее. Как я вам могу посоветовать, что лучше выбрать LG G4 или Galaxy S6 даже, если вы не уточняете, что для вас важнее. Потому что в LG G4 свои плюсы, в S6 свои плюсы. И у обоих у них свои минусы. К примеру, по цене в 20 тысяч, потому что LG G4 40 тысяч, S6 средняя цена...
тоже под 40 доходит, ну, немножко дешевле, от 36 до 40 тысяч доходит. LG 4 везде 40, даже может в некоторых магазинах серых, как ни странно, где должен дешевле стоить, стоит еще дороже. По 44, по 47 тысяч, ну вот такой бред. Хотя мне один паренек написал, что где-то там в каком-то городе у них 31 тысячу официальная цена в магазине. Но это вообще просто сказочная цена. Я бы за такую цену брал LG 4, не задумываясь. Потому что даже за 40 тысяч это нереально вкусное предложение сейчас. Потому что, к примеру, какой-нибудь сраненький старенький iPhone 6, 16 гигабайтный, стоит 47 тысяч. Это вообще бредятина полнейшая, которая уже 9 месяцев на рынке. Через 3 месяца будет старт продаж новых iPhone 6s. Вот 6s iPhone, мне честно скажу, мне интересен. Я вообще футурист, и мне интересна всякая ерундушка, которая только вышла, или которая еще не вышла, но вот скоро выйдет. В общем, люблю все новенькое. На LG 4... Прошу подметить, идет нереально круто. Асфальт 8 нереально круто. Нереально круто его сглаживает видеоускоритель Adreno 418. Очень хорошо сглаживает. Никакого лизинга, никаких фризов. Процессор шикарно запускает. Игра нигде не тормозит. В общем, отлично, отличная работа. И оперативка здесь отлично работает. Хотя она DDR3, а не DDR4, которая V6 стоит. Кстати, столкнулся с такой странной проблемой. Пытался себе подобрать новый компьютер. Мне нужен третий компьютер. Уж не спрашивайте для чего, но нужен для дел моих. И, в общем, столкнулся с такой глупостью, что в своем городе Ростове-на-Дону я не нашел материнок с DDR4. Оперативок с DDR4 куча продается. Вот в фильме ДНС, вот, к примеру, я скажу. Дабы их похулить, а не похвалить. Потому что оперативок по DDR4 у нас просто куча. Допустим, я хотел собрать систему 32 гигабайта оперативки дорогущей поставить и материнку дорогущую. Видеокарта уже попроще. Проц тоже дорогущий. Видеокарта, мне просто нужна система не для игр конкретно. Для игр у меня уже есть другая система. И, в общем, не нашел нигде материнки с DDR4. Нашел какие-то сраненькие, мне не понравились. А вот хорошая материнки вообще просто нет. Хотя, жгу, оперативок в том же ДНС вообще немерено. Модули платок оперативок. Дофига. Вот такая вот бредятина. Так, сейчас уже скоро трасса закончится. И поиграем в другую игрульку. В общем, на LG 4 Асфальт 8 идет нереально классно. Так, меня прям впечатлило, что я его не стер, начал опять играть, его проходить. Купил там даже за деньги, за реально один сезон открыли мне новый. Мне также нравился Асфальт 8, только на одном смартфоне. Догадайтесь, на каком? Тоже фаблет 5,5-дюймовый, а нет, 6-дюймовый. Lenovo Z2 Pro. Там тоже нереально классно шел Асфальт 8, он везде идет, на ура. Но вот на LG 4 и на Lenovo Z2 Pro почему-то какое-то нереальное ощущение от игры в асфальт, то бишь закись в кровь чистого адреналина, как я написал одному пареньку в комментах. Нереально впечатляет на LG 4, на Lenovo Z2 Pro. Возможно, еще из-за экрана. Но здесь, честно говоря, экран перенасыщен в красный цвет, немножко уходят оттенки, а сам красный цвет уходит в алый цвет. И это, конечно же, никакой нафиг не плюс. Так, выходим с асфальта 8. Закрываем и запускаем. Давайте немножко Нову 3 опять погоняем. Еще надо 3 минуты поиграть, получается. Сейчас 19 минут. Начали мы в 12. Так, не сейчас. Включен сейчас Wi-Fi, повторяю. И отключена система энергосбережения. С включенным Wi-Fi отключена энергосбережение система. Нет, со включенным Wi-Fi и со включенной энергосбережением системы рассадил он на 7% за 10 минут. Первая часть обзора. Сейчас мы Wi-Fi оставляем включенным, но энергосбережение отключили. Вот то же самое место. Теперь продолжаем с отключенной системой энергосбережения. Так, мы пушку взяли. Меняем пушку. Эй. Что за хрень?
Бля, что-то не пойму, а что нужно, чтобы пушку взять? Блин, вообще бред, короче, пушка не... Ну хер с вами, давайте зайдем все равно. С пистолета... А, ну все. Да ты посмотри, какая падаль, блин. Тварь инопланетная. Вот это дерьмо, шотган стреляет на маленькие расстояния, блин, хотел по огнетушителю долбануть. А, или здесь какой-то огнетушитель непробиваемый. Фокус не удался, блин. Да, ёптель-муптель. Сейчас пересматриваем старый сериал «Зайцев плюс один». Ржачные моменты, конечно, есть там классные. О, падлы. Падловил. Что, конечно, классно в шотгане, что он шмаляет сильно. Сейчас перезарядим. В общем, игрушка, конечно, «Ходячий кризис 2». Очень похоже. Да что там происходит, ребята? Кто там кого петрушит? Да, что-то нельзя взывать огнетушитель, вообще какой-то бред. А мне казалось раньше, что можно взорвать огнетушители. С горизонтального экрана вертикально переместилось изображение, но сейчас обратно. В горизонтальный. Так, перематываем. Ну и все, сейчас будем заканчивать, чтобы получалось ровно по 10 минут, не больше. А, тут подвальные войны сейчас начнутся. Играть на LG4, конечно, одно удовольствие, потому что потрясающе классный экран. И он больше, чем Galaxy S6. За счет этого держать его в руках во время игр в шутеры, в гонки намного удобнее. Ой-ой-ой, что это так, без предупреждения. А, сейчас появится там гиганто, невидимко. Ну все, всех отшмалял под конец. Да, ты посмотри, петухи попрятались. Вот петушня. Ладно, все, выходим. Как тут на паузу поставить, потому что будет уже больше. Будет перебор по времени. Так, мы и так немножко... Человек-муравей предлагают посмотреть. Все, побежали все смотреть Человек-муравей. Тем более вонючего этого Бен Вафлика, блин. Который выглядит как пряничный чувачок. Только ему играть такие роли. Так, смотрите, было 35%. И как ни странно, блин, а это очень странно. Без системы энергосбережения включено, упало еще на 7%. В общем, система энергосбережения на LG 4 какая-то совершенно дурацкая. Со включенной системой энергосбережения за 10 минут теста упало на 7%. Без включенной системы энергосбережения упало на 7%. То бишь, можете не париться. Энергосбережение здесь включать совершенно не обязательно. На LG 4, возможно, просто пока не оптимизировано. По нагреву. Не нагрелся он вообще за 24 минуты теста видео, но еле теплый. Спереди еле теплый экран вот здесь. И еле теплый вот здесь вокруг модуля камеры. Так, посмотрим, что покажет температурный виджет Antutu. Он показывает 37 градусов по Цельсию. Ну, в принципе, скорее всего, так оно и есть. Все, дорогие друзья, до новых встреч, всем всего хорошего, пока-пока.